Огромный привет всем, дорогие друзья, с вами Антинуб, и сейчас я вам хочу продемонстрировать еще один баг в игре World of Tanks, он будет чуточку другой, но с тем же смыслом. В общем, присаживайтесь поудобнее, там, что-нибудь возьмите с собой перекусить, и готовьтесь к тому, ребят, что вас опять ждут неимоверные цифры урона. Главный герой будет настреливать, ну просто жесть. Мне все время поражает, а кому же везет, а почему мне так не повезло в рендоме ни разу? Обычно я бываю именно в той ситуации, когда сам не могу что-то сделать, не могу загрузиться и так далее. Ну, в общем, ребят, я не буду сейчас ничего спойлерить. Здесь баг немного другой. Здесь ситуация другая. То есть, видите, здесь все загрузились, поехали по сторонам там, туда-туда. Вроде как разъезжаются, кто-то едет вон в ущелье, кто-то едет в кишку, кто-то едет вон в город, ну, небольшой городочек такой. И вроде ничего не предвещает беды. А наш главный герой играет на КВ-4, попал в топ к 8 уровням, то есть здесь он будет чувствовать себя очень и очень неплохо. И да, бывают такие моменты, когда загружаешься уже непосредственно в бою, нормально вроде катаешь, а потом вдруг пинг подскакивает до 3-9, моргает это зеленое, зелено-красное, моргает красным, короче, кнопочка, лагает ужасно, все тормозит, и да, сервер так может подвести. Он может подвести так, что не впустит вас вовсе в бой, а может и подвести вот таким образом, как тут у нас сейчас будет. То есть все нормально вроде. Там АМХ-12Т катился по прямой и сдох от нашего главного героя. Противники вроде действуют, ну, как обычно. Но сейчас начнется самый экшен. Когда сервер такой скажет, типа, мол, все, поиграли и хватит. И большая часть просто перестанет играть. Однако настрелять они все же что-то успеют. В общем, ребят, кто особо впечатлительный, я бы советовал вам, ну, просто на это не смотреть, ведь здесь будет, ну, тотально просто разрыв пуканов, ведь... Ой, ребят, ну, конечно, везет так не каждому, но наш главный герой здесь, видимо, слишком переволнуется и будет немножечко фейлить парочку раз. Здесь вот он зря стреляет вслепую по СУ-152, ведь она пропала из-за света, а снаряды на вес золота. Ну понятно, что наш главный герой еще не смотрит на миникарту и не видит, что там стоят все просто. Посмотрите, вон, там все стоят уже. Мало кто катается. И, наверное, как и всегда, он решил потратить некоторые снаряды вслепую немножечко, надеясь на то, что, ну, нанесет там халявный урон. Но... Он вообще не рассчитывал на то, что здесь ему придется делать все самому. Счет уже 1-4, и вдруг все замерли. На миникарте никто не двигается. Вон, только у нас там ПТ как-то катается странно. Но, ребят, просто наступила мертвая тишина. И вот сейчас наш КВ-4 едет, видишь, все просто выкатывается и врезается в дом. Ребята, он просто вылетел. Он вылетел? У него такие сейчас дикие лаги, вы даже не представляете. Он ничего не может сделать. Он вроде бы и жмет там вперед, и жмет, чтобы ехать по сторонам. Но в итоге у него ничего не получается. И да, меня удивляет то, что... как-то все странно, ну, в том плане, вот он едет, врезался, и даже башня не крутит. Обычно, когда лагаешь, башня еще крутит, но, видимо, это слишком уж как-то все у него. Вот, он закрутил, наконец-то, там, пытается что-то сделать. Боже, как мне их жаль, ребят. Они просто попали вот в такую ситуацию, когда, ну, ни черта не могут сделать. А наш КВ-4, ну, насколько это надо так, чтобы повезло на... А, я даже не знаю, что еще сказать, ребят, но это просто жесть. КВ-4 здесь в раю. В настоящем раю много, просто тонны халявного урона, халявных фрагов. Стреляй, не хочу. И да, здесь вас ждет, ну, как я уже говорил, эпичные циферки по урону. Но тут нам встречается тигр второй, который вылетел, ну, и точнее, завис не до конца. Он еще может чуточку крутиться. Может там что-то еще делать. И да, вот он пытается навести башни. Пытается... И он стрельнул, ребят, он стрельнул. Ну, понятное дело, что с такими лагами попробуй там куда-нибудь попади. Но это все равно выглядит очень смешно. Он там что-то крутится, пытается сделать, блин. Последние его судороги предсмертные. Он пытается, ребят, он пытается забрать нашего КВ-4. Ну, посмотрите, как. Просто вообще. Все, вроде он полностью остановился. Очень странно стреляет наш главный герой. Непонятно куда, зачем в гусеницу. Ведь можно ему двигатель пробовать выцелить. Хотя, может, я не знаю, и там в гусеницах у него двигатель находится. Но, по-моему, вряд ли. И вот тигр второй еще раз стрельнул. Но опять-таки не пробил.
Ну понятно, попробуй с такими лагами что-нибудь выцели. И вот наш КВ-4 сделал уже просто 4 фрага. Сейчас, я думаю, немножечко перемотаем, потому что КВ-4 не самый быстрый танк. И тут встречается Тай-59, который стоит и ничего не делает. Хорошую свою статку он прокакивает. Ну, не отлично, хорошую статку. 1265, КПД. Нормально, в принципе. Зелененький. Он ее прокакивает, потому что ничего не может сделать. И да, ребят, пишите в комментариях, хотелось вам такой баг, или вам больше хотелось тот баг, который был с боем на Т-30. Если вы его не смотрели, то обязательно посмотрите. Аннотация, скорее всего, у вас сейчас будет на экране. И да, не забывайте ставить лайк, ребята, за вебку. Ух, у меня редко видео выходит с вебкой, в основном я записываю на веб-камеру прохождение на втором канале, поэтому если вы еще туда не подписались, то обязательно подпишитесь, ссылка будет в описании на мой второй канал, там я прохожу все то, что не связано с танками, и стараюсь проходить на веб-камеру. Да, ребят, я отвлекся. Пока немножечко рассуждал тут, он забрал тайпа 59-го. Снаряды, ребят, снаряды заканчиваются. И это, конечно, не очень хорошо. Ведь противников осталось еще достаточно много, а снаряды нужно экономить. Но то, что наш главный герой пострелял там по всем, как-то в начале боя по АФКшным что-то подделал, неизвестно что. Ну, видите, что не экономил снаряд, но он не знал, скорее всего, что вообще такое получится. Он и сейчас-то даже не пишет чат, потому что, скорее всего, у него трясутся руки, трясутся ноги, трясется все тело. И, блин, он думает, что надо скорее их забирать, ведь они могут ожить! Они могут сейчас ожить и на него поехать! Но пока все вроде как под контролем. Он настреливает халявные фраги, халявный урон. Вот еще и Нэшерн здесь, или Насхорн. Тут, смотря на каком языке произносить. Тигр первый еще тоже стоит, ничего не делает. А вот это Су-152, которая скатилась. Скатилась и не двигается. Ну, понятно, вылетела. Наш герой заряжает фугасы. Что-то он странно там выцеливает, если честно. Мне лично не понять. Фугасами стрелять в гусеницу, ну это, по-моему, это немножечко нелогично, что ли. Ну, в общем, забрал он ее, у него еще осталось 3 фугаса. Я, конечно, понимаю, что вот такой момент, там наверняка переживания и так далее, ну, потому что лагает, лагает, а вдруг перестанет. А мы не успели всех забрать, и нам будет хана. Это уже 8 фрагов, ребята, вот такие цифры, когда у себя увидишь, там, не знаю, что с тобой будет. Ну да ладно. В общем, меня удивляет, почему он фугасы так израсходовал, ну, бестолку. Можно было сейчас подъехать к тигру, можно было более рационально, что ли, их использовать. Ну, в общем, он не знает даже, на кого податься. Там у нас тигр первый, тут Е-25, и в того хочется пострелять, и в этого хочется пострелять. А кого забирать в первую очередь? А я не знаю. И посмотрите, что он делает. Забирает Е-25, стрельнул по тигру. Ну, глаза, наверное, просто у него разбегаются от того, по кому же стрельнуть в первую очередь. Здесь он как-то торопится, пытается выцелить. И, кстати, на ускоренные мы с вами смотрим, потому что, ну, здесь... Что медленно смотреть, как он забирает АФКшных противников. То есть, видим, вон там лев еще стоит, опустил свою дуло и такой... Да, забирай меня. В общем, все они просто сдались. И, ребят, да, я уверен, что большая часть из вас хочет такой халявы. Ну, я не знаю, по какой схеме так выпадает, ну, кому так везет. Почему именно один игрок из двух команд вдруг начинает настолько хорошо соединяться с сервером, когда остальные, ну, совсем уже отчаялись. Но вы посмотрите, что какие-то тут еще успевали дрыгаться вперед-назад и что-то еще сделать. Ну, а потом они вовсе вылетели, и вы сами знаете, что там... вылезает такая фигня, что связь с сервером потеряна, и вы перезагружаетесь. Ну и можно попробовать еще и заново попытать удачу и войти в бой. Видимо, что некоторые из них сейчас и будут делать. Как, кстати, вот М12 вошел в бой и начинает разворачиваться. Но наш главный герой сразу это приметил и легко его прищучил. В общем, остался Истрияк, Пантера 2 и Лева. Всего 3 противника, а у нас всего 4 снаряда. При том, что вот он оставляет ИСУ-3 43 хп. И сейчас начнутся настоящие непонятки. Потому что мне логика его действий теперь, ну, как-то вообще... Зачем вот так торопиться? Зачем прибавил бы побольше, что ли? Ну, имеется в виду увеличение побольше бы в снайперском прицеле сделал. Потому что он просто прокакал один снаряд. Он видит, что у него... Ну, я думаю, что он видит.
Ведь у него снарядов-то мало, один всего остался, и один он прокакал. Было бы сейчас два, если бы он по СУ-152 тогда сейчас не стрелял. Если бы он еще и фугасы нормально расходовал, то мог бы сейчас, ну, куда бы больше нанести урона, чем мы видим. И да, это видимый урон. Там в итогах вы посмотрите, что он нанес там, по-моему, больше 12 тысяч урона. И, в общем, ребят, это все. Сейчас КВ-4 мчится захватывать базу, потому что снаряды кончились, осталась как Пантера 2. Она там находится немножечко такой полуболотистой местности, в том плане, что там танк еле-еле набирает скорость. И там настоящая проблема таранить будет эту Як-Пантеру вторую. И здесь главный герой делает все правильно, ведь времени осталось совсем мало. И единственное верное решение будет захват базы. В общем, на этом, ребят, все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии, хотели бы вы такой баг или нет. И пишите, встречали ли вы его сами. Может, вы не могли загрузиться там или еще что-нибудь. И, ребят, за вебку тоже... Я ж не зря ее включаю. И, ребят, смотрите плейлисты, аннотации на которые будет в конце этого видео. И я напоминаю, что вы можете принять участие в розыгрыше, символическом розыгрыше 100 золота. Для этого нужно быть подписанным на канал, нужно поставить лайк на это видео и оставить комментарий, в конце которого вы укажете свой игровой ник. На этом, ребят, все. Я желаю вам удачи в боях, нагибайте, пусть вам вот так вот везет. И счастливо!